Добрий вечір. Наступні півгодини віч-навіч ми будемо спілкуватися з Сергієм Сухомлиним. Це його перше велике інтерв'ю після обрання на посаду Житомирського міського голови. Добрий вечір, Сергій Іванович. Добрий вечір. От скажіть, будь ласка, ваша уява про посаду Житомирського міського голови і те, що є зараз, воно співпадає? Чи є різниця якась? Нет, оно совпадает, действительно. У меня уже был опыт работы первым заместителем. Я понимал, куда я иду, какие задачи стоят и с какими трудностями придется столкнуться в том числе. Поэтому совпадает и никаких неожиданностей пока нет. Вже сформовані керівні органи, будемо так говорити, Житомирської міської ради. Ці люди, ваша команда? Ви можете так назвати, що це люди моєї команди, і якщо можна, от, ну, хоча б декілька таких прізвищ назвіть, основних гравців, будемо говорити, вашої команди. Действительно, это моя команда, и здесь я рад тому, что не пришлось, вот как это обычно происходит, договариваться с политическими силами о идти на какие-то договоренности, размены, в том числе по кадровым назначениям. Я благодарен депутатам за то, что дали возможность самому сформировать команду заместителей, сформировать исполнительный комитет с представителями, в том числе от депутатских групп. И, в принципе, это моя команда и моя ответственность. И если несколько имен, это Алексей Юсинецкий, первый заместитель, так. Это человек-юрист, молодой человек с определенным опытом работы уже и в городском совете, это Матвей Хренов, без опыта работы, но это потомственный врач, это человек, который отвечает как раз за сферу здравоохранения и образования, это Дмитрий Ткачук, молодой активист, который сейчас занимается новой концепцией, транспортной концепцией города Житомира и реформой транспорта. Вот это те люди, которые, ну вот фактически это моя команда, которые должны, Юрий Моисеев, Він радник, да, он советник, но он сейчас параллельно курирует направление ЖКХ, потому что на данный момент мы подбираем пока заместителя по ЖКХ, и это достаточно ответственное направление. Здесь нельзя взять человека, который просто попробовать. Здесь необходимо действительно подобрать профессионала с опытом работы. Поэтому пока вот такого человека еще нет, идут переговоры. Вот пока такого человека нет, вот Юрий Моисеев выполняет эти функции заместителя. Ну и Наталья Чиж, секретарь. И Наталья Чиж, это секретарь городского совета, глава фракции «Самопомощь» в Житомирском городском совете. Да, это все люди, которые, в принципе, сейчас одной командой заряжены на результат. И, в принципе, я думаю, что в ближайшее время житомиряне уже увидят те изменения, которые они от нас ждут. Ну вот наступный блок наших запитаний будет экономичный. Всім відомо, що ви маєте вже такий досвід, можливо, дещо він сумний, вибивання грошей. Це було на початку літа чи в кінці весни, коли ви вибивали гроші для наших, будемо говорити, освітян, працівників бюджетної сфери. От зараз знов ця проблема, вона вже розв'язана, от, і ви їздили, я знаю, в Київ. От, розкажіть про це. Да, вы знаете, намного на выборах перед там, вторым туром выборов говорилось о том, что вот эта единая вертикаль, она наоборот будет вредить городу. Единая там, вертикаль, там, низкий голова, там, вице-премьер, там, президентская вертикаль, она будет вредить городу. Вот, но на самом деле для города это только помощь. В этом году недостаток по субвенции, по медицине и по образованию вообще у нас вот на конец года был 52 миллиона. Из года в год государство закрывало два последних месяца, это уже было на протяжении последних трех лет. В этом году кабинет министров решил переложить эту ответственность на органы местного самоуправления для того, чтобы они за счет своих бюджетов профинансировали заработные платы медицинским работникам и учителям. Пришлось, честно говоря, я понимаю, и я уже там извинялся перед нашими медиками житомирскими, которые не получили вовремя ноябрьскую заработную плату, но у нас не было другого выхода. Мне необходимо было сделать все, чтобы, вот, слово не очень хорошее, но выбить максимум денег из Министерства финансов, с кабинета министров, получить все-таки те деньги, которые должен получить город по этой субвенции, а не тратить на заработную плату деньги городского бюджета. Потому что у нас, мы, во-первых, не знаем, по какому бюджету мы будем жить в следующем году, будут ли у нас какой-то вообще ресурс в бюджете развития, и поэтому там лишних 10, 20, 30 миллионов – это огромная сумма для бюджета города Житомира.
На прошлой неделе несколько раз действительно был и в Кабмине, и в Министерстве финансов, в других министерствах. И вот на сегодняшний момент, сегодня могу сказать, в прошлую среду Кабинет министров выделил дополнительную субвенцию на область. И сегодня только это была субвенция подписана в Кабинете министров. Завтра, я надеюсь, пройдет заседание областной комиссии депутатской и будет распоряжение губернатора по перераспределению этой субвенции. И я надеюсь, что город Житомир получит на заработные платы не меньше 20 миллионов гривен. Это снова Геннадий Зубко нам допомог? В том числе Геннадий Григорьевич. Ну, понимаете, если бы мы выплатили, мы сейчас закрыли ноябрьскую зарплату медицинским работникам, это было на сессии, которая прошла на прошлой неделе, мы закрыли ноябрьскую зарплату, но на декабрьскую зарплату, вот я надеюсь, деньги, завтра будет решение, и мы получим деньги на декабрьскую зарплату и для педагогов, и для наших медицинских работников. И вот много можно говорить, но 20 миллионов это для города Житомира, это огромная сумма. И 20 миллионов, если мы потратим на 20 миллионов на освещение города Житомира, освещение частного сектора, тех улочек окраин так, города Житомира, которые это за 20 миллионов можно там полгорода осветить. Добре. Чого очікуєте від бюджету та змін до податкового кодексу, який планує ухвалити Верховна Рада? Ну от, якщо буде проваджена децентралізація, Житомиру необхідно буде самим думати в міській раді для того, щоб певні гроші віднайти, чи не так? Вы понимаете, вот задавая вопрос, что ждать Житомира от бюджета следующего года, я думаю, что сейчас депутаты Верховной Рады сами не знают, что ждать от бюджета следующего года. Краине в целом. В целом, да, потому что вот тот проект налогового кодекса, который был, и тот бюджет, который был вносился в Верховную Раду изначально, ну, для местного самоуправления это был бы конец местного самоуправления. Вместо децентрализации – это правильный процесс, но то, что было заложено в бюджете на следующий год, фактически, я уже говорил своим заместителям на совещании, когда мы анализировали бюджет на следующий год, что если бюджет будет принят в таком виде, нам просто можно будет всем написать заявление за свой счет, повесить замок на здание городского совета, оставить бухгалтерию, потому что финансировались бы исключительно заработные платы и энергоносители. Ни о каком бюджете развития в том бюджете речь не шла. На нас собирались так повесить дополнительное финансирование 10 ПТУ по городу Житомиру, это 86 миллионов гривен. На нас пытались перевести финансирование по колледжам, 50% финансирования по колледжам, это 44 миллиона гривен. И так много других. Ну а как вы отстояли? Ну, на самом деле, мы вели работу и с депутатскими группами, причем у нас за это время мы провели встречи в городе Житомире с несколькими. Это блок Петра Порошенко, с депутатами блока Петра Порошенко. Это мы поднимали вопрос этот через главу комитета Верховной Рады Андрея Павелко. Мы встречались с депутатами оппозиционного блока. Мы провели консультации с депутатами Верховной Рады от Самопомичи. И даже глава Верховной Рады сам поднимал этот вопрос уже на Верховной Раде, что такой бюджет в таком виде, он просто убивает местное самоуправление, и никакой децентрализации речи быть не может. То есть, Верховная Рада уже понимает, какие опасности влечет за собой вот этот бюджет, и сейчас уже вносятся коррективы. По крайней мере, понимаете, если бы нам передали финансирование системы профтехобразования, я понимаю, для чего это делается, фактически, чтобы руками местного самоуправления там убить, уничтожить эту систему среднего профтехобразования. Она и так у нас находится... Потом они скажут, гроши не дали, местные органы власти. Да. А с другой стороны, зачем, я понимаю, если у нас собственного бюджета не хватает на учителей и медицину, зачем нам финансировать такие специальности, там, как агроном или еще другие специальности, которые для города нам не нужны. Так, так. То есть они нужны для области. То есть государство сбрасывает себя ответственность за систему среднего образования, переводит это все, там, планировалось перевести это на финансирование местных бюджетов. В этом случае произошла бы там оптимизация. Ввиду невозможности финансирования мы бы сократили эту сеть там в 2-3 раза. И государство таким образом сняло бы себе ответственность за уничтожение фактически системы среднего профтехобразования. Хотя она очень нужна, и рабочих специальностей нам очень не хватает, квалифицированных именно специалистов в рабочих специальностях очень не хватает. Наступное запитание хвилює більшість житомирян.
Можливо, не більшість, більше половини житомирян. Це робота нашого тривально-тролейбусного управління. Ми бачимо, що ну, кардинально змінився склад у цей рухомий транспорту. Ми бачимо, що відновлені маршрути, які колись були ще при Радянському Союзі, потім вони зникли з часом. Чи вдасться зараз зберегти от такий, я би сказав, нормальний поступ? Если бы мы, опять же, если возвращаемся к планируемому там, к проекту бюджета на следующий год, в этом проекте есть отказ от льгот на пассажирские перевозки. Фактически льготы в этом проекте бюджета все отменяются. Для нашего трамвайно-троллейбусного управления это значит автоматически минус 22-23 миллиона субвенции. То есть это дефицит трамвайно-троллейбусного управления минус еще 22-23 миллиона гривен. Поэтому это достаточно большая сумма, и сейчас вот мы, по крайней мере, ждем, в каком виде будет принят бюджет. Но вчера мы провели переговоры, уже вторые переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Мы уже фактически есть в программе финансирования покупки электротранспорта, и если все пойдет по графику, надеюсь, так оно и будет, в сентябре мы сможем уже выйти на покупку нового электротранспорта в количестве 30-35 троллейбусов для города Житомира. Это уже будут новые троллейбусы. Не БУ, это будут абсолютно новые троллейбусы украинского производства. Вот. Но для этого необходимо было сначала и БУ троллейбусы купить, для того, чтобы стабилизировать хотя бы работу этого предприятия. И надеюсь, что уже в этом году мы выйдем на покупку 30-35 новых троллейбусов. Читав нещодавно в інтернеті, засоби масової інформації, інші про це говорили, що наші закордонні колеги хочуть впровадити такий єдиний квиток. От не всі люди знають, що це таке. Якщо можна стисло, розкажіть, як це працює, для чого це потрібно. А тим часом, шановні телеглядачі, готуйте свої запитання. Зараз розпочне роботу наш, ось ви бачите, телефон. А Сергій Іванович тим часом буде говорити. Прошу, от є квиток, так він називається? Да, электронный билет нам нужен, и я доказывал необходимость этого билета еще в прошлом году. Но депутаты сняли этот, сняли финансирование с этого проекта и перераспределили на другие проекты. Для чего нам нужен, особенно в этих, в этой ситуации, с возможной отменой льгот на проезд, нам нужен электронный билет. Первое. Со временем мы введем единый проездной билет на все виды транспорта. На троллейбус, маршрутный, автобус и так далее. Это существенно сэкономит деньги житомирян. Это, с одной стороны, там, это дополнительное удобство. С другой стороны, мы четко посчитаем количество льготников, которые мы перевозим. И в случае отмены правительством льгот на пассажирские перевозки, житомирским пенсионерам мы сможем принять решение и дать, допустим, там, две поездки бесплатные в день. Это уже будет наше решение, решение Рады, но при условии, что у нас будет этот электронный билет для того, чтобы мы могли вести учет этих поездок. Поэтому этот электронный билет нужен, и прежде всего нужен даже для самого трамвайно-троллейбусного управления, потому что, в принципе, при внедрении системы электронного билета даже вырастает выручка ТТУ по опыту там, того же Киева в среднем на 20-25%. Там уже просили, выручка. Так? В одном депо, как пилотный проект, уже этот проект работает. Мы изучали их опыт, у них выручка выросла сразу на 24%. Переводится все в безналичную форму. Невозможно... То есть карткою до специального считывания идет, так? Идет карточка считывания, карточка, или человек может купить бумажный билет на любой остановке, купить бумажный билет, закомпостировать его электронным компостером, или рассчитаться карточкой, или рассчитаться кредитной карточкой непосредственно в троллейбусе. Это все переводит в безналичную форму. Все финансирование и все финансы переходят в безналичную форму, оптимизируются там процессы учета денег, сбора денег и так далее. Это экономится там серьезная экономия в штате ТТУ за счет тех сокращения тех людей, которые обслуживают вот сбор наличной выручки и так далее. То есть эффект достаточно серьезный, окупается этот проект в среднем за до полутора лет. Вот, и при такой окупаемости это опять же конкурентоспособность и выживание от этого. Уже есть первый звонок, мы слушаем вас. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Слушаем, добрый вечер.
Це я, мене слухають? Так, так, так. Так, так, добрий вечір. Я хочу звернутися до Сергія Івановича з великим проханням. Я звертаюся від мешканців будинку номер 6 по вулиці Проспект Мил. Це в районі Хмельники. У нас ще з минулої зими немає тепла в квартирах, в цілому під'їзді. Ми страждаємо всі, зверталися і минулої зими, і зараз зверталися і в місцевий ЖБК, і в теплокомуненерго, і різні інстанції. Ми одержали відписки, а тепла немає. Ми мучимося страшенно. Просимо дуже великого. Зрозуміло ваше запитання, дякую. Що, що сказати? Ну, по крайней мере, я думал, честно говоря, что эта проблема уже решена, потому что где-то месяца полтора назад было первое обращение, и там вопросы больше к ЖБК, чем к теплокоммунэнерго. Я сейчас завтра займусь этим вопросом. Зрозуміло, я знаю, там один подъезд правий під'їзд, іменно вот правий стояк без отопления був. Давайте ще один дзвінок, а потім я продовжу. Слухаємо вас. Добрий вечір. Да, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Михайлович Іванович. Так, так, пробачення. У мене таке питання. У мене проблема з землею. Я хочу обратитися прийти на прийом до вас. Чи це можна? Там каждый второй вторник вы придите, запишитесь, потому что в прямом эфире я эту проблему не решу, необходимы рядом специалисты, и придите, запишитесь на прием и попробуем вместе решить эту проблему. У меня как раз был во вторник этот прием, был первый прием вот в статусе Миського голови, на прийомі було більше 25 вопросов. Ну, скажу, більше, ніж по половині вопросов, там вдалося вирішити ці обращення людей. Знаю, що у вас в планах таке дуже серйозне, і не знаю, чи воно виконається коли-небудь, таке є рішення в планах ваших зробити відміну усіляких добровільних внесків в наших лікарнях. Наскільки це реально? Адже це є, я так думаю, не тільки у Житомирі, це ж по всій Україні, так. А ви хочете в Житомирі це відмінити? Ну, у всякому випадку так плануєте. Це вдасться зробити? За рахунок чого? Завдяки чому? Система добровольних вот этих взносов возникла, ну, не от хорошей жизни, не от хорошей жизни. Понятно, что больницы, поликлиники финансируются недостаточно, и человек, который приходит сдать анализ крови или еще, вот с него берут эти деньги на какие-то расходные материалы, начиная от перчаток, иголок, там, бинт, вату и так далее, и так далее. И, понимаете, сложилась такая ситуация, которая вот мы не можем проконтролировать реальный сбор этих взносов. Ну, и говорить о том, что вот собирают там вот такую именно сумму, мы сейчас, ну, ни один там главврач или ни один начальник управления четко не скажет, какую сумму собирают. Но с другой стороны, сложилась такая ситуация, когда врач, который ведет прием, к которому приходит пенсионер, там, с минимальной пенсией, врач вынужден просить у этой бабушки там 10-20 гривен этих добровольных внесков. Это, с одной стороны, унижает человека, который пришел, потому что, ну, 20 гривен при ее пенсии это достаточно большие деньги. С другой стороны, унижает врача, который, в принципе, вот не так, должен... Вот такой людины просит. Да, он не должен заниматься сбором денег, он должен просто выполнять свою работу. Поэтому мы проанализировали по каждой больнице, поликлинике, все потребности на год, взяли индекс инфляции, заложили эти деньги в бюджете на следующий год, это около 6 миллионов гривен, и теперь при отмене этих добровольных внесков, то есть, ну, все будут понимать, что деньги с людей просить нельзя. Все, то есть мы закладываем полностью потребности всех больниц, поликлиник по этим расходным материалам, но в то же время вводится запрет на сбор этих добровольных внесков. То же самое касается садиков. То есть у нас родители собирают деньги на моющие, собирают на туалетную бумагу, на мыло, на стиральные порошки и так далее. Проконтролировать, ну, у родителей складывается впечатление, что этой туалетной бумаги, если каждый в группе принесет там на туалетную бумагу, на мыло и так далее, ну вот проконтролировать, сколько идет и так далее, тоже, и у людей складывается впечатление, что просто вот кто-то собирает, и потом это все куда-то уходит. Поэтому мы выяснили потребности, заложили это все в бюджете, это там не такая большая сумма, заложили в бюджете и отменяем вот эти сборы на моющие средства, на средства гигиены в садиках. Наступное запитание. Здравствуйте.
Добрий вечір. Будьте добрі, я би хотіла спросити вас таке. Значить, сквер там, де білий ангел Голодомору посвящен. Да, хотілося б, щоб там більше було скамеєчок, особливо там, де діти гуляють. Так і этого всего не хватает, и чтобы и мусорочки были, и чтобы деткам было действительно где погулять. Mm-hmm. И еще такая просьба, чтобы все-таки сделали сквер для неместной сотни, потому что время прошло, а так и ничего не сделалось. Дякую, дякую, mm-hmm. дякую. Ну, два таких, по сути, запитания. По небесной сотне. В феврале мы должны открыть памятный знак Небесной Сотни, и задача, поставленная главой областной администрации Сергеем Александровичем Машковским, мы провели конкурс, определились с победителем, и в феврале месяце мы должны это открыть. А месяц уже высочен? Это будет возле областной администрации. Угу. По разным причинам, потому что там был Житомирский Майдан. И с другой стороны, это площадь, на которой находятся основные административные здания города Житомира и области. И это хорошее напоминание любому чиновнику. Через окно хайдилось. Через окно, да. Это очень хорошее напоминание любому чиновнику за то, что, ну, вот в том числе за возможность работать, люди заплатили жизнью, своей кровью и так далее. Поэтому место выбрано именно здесь. Что касается по поводу скверов. У нас сейчас такая ситуация сложилась, что то финансирование, которое там получает наше коммунальное предприятие по уборке, там, приведению порядок скверов, вот мы проанализировали и сейчас составляем бюджет на следующий год. Они ведут уборку и поддержание скверов, 52 сквера по городу Житомиру. А необходимо убирать порядка 129 ага. скверов. И мы сейчас пересматриваем бюджет, и мы, я думаю, что найдем модель, при которой без увеличения финансирования мы сможем убирать и приводить в порядок 129 скверов. По поводу урн. В городе установлено, это мы тоже сейчас вот буквально на протяжении этих 2-3 недель проводим анализ по всем направлениям деятельности. В городе Житомире установлено 250 урн, которые убираются там другим коммунальным Я бачу и новые урны, такие формы новые. Будут абсолютно другие. Мы закладываем в бюджете покупку порядка 1000 урн. Мы хотим все-таки город сделать чистым городом для того, чтобы... Ну, люди иногда хотят бумажку бросить в урну, просто ее нет. Так. С другой стороны, мы должны установить те урны, которые легко будет обслуживать. Потому что ненормально, когда человек, который убирает мусор с этих урн, или руками выгребает оттуда мусор с этих бетонных урн, или переворачивает его, потом лопата, этот весь мусор разлетается и так далее. В Европе это сделано абсолютно по-другому, и это не требует очень больших денег для того, чтобы купить и поставить в городе дополнительно около 1000 урн. И это на следующий год в бюджете ми будемо закладувати ці деньги. Перед тим, як ми дамо слово нашому глядачеві, я знаю, що є дзвінок, ще одне запитання від мене, і не тільки від мене. Нарешті мешканці новозбудованого будинку на Старому бульварі отримали, чи не отримали, номер вже, мають так. номер. От, тривалий час йшли такі дискусії в міській раді з цього приводу, і громадськість долучилися. От, як ви розв'язали це питання? Исполком несколько раз отказывал при присвоении адреса этому дому, и я считаю, что это был акт коллективной просто безответственности, потому что, ну, с одной стороны, стояла задача не дать возможности застройщику дальше застраивать парк, но пытались с помощью людей шантажировать застройщика. Uh-huh. И это ни к чему не привело бы, потому что фактически застройщик деньги уже свои получил с инвесторов, а люди оказались заложниками ситуации. И не получив адрес, не проведя регистрацию квартир, они не могли подключить отопление, и пострадали бы те ремонты в этом доме, которые были сделаны. Мы понимали, что дом сносить уже все равно никто не будет. Но шантажировать с помощью вот людей-застройщика тоже было неправильно. Поэтому, в принципе, мы проработали решение, которое первым пунктом запретили выдавать местобудивные умовые обмежения на эту площадку, то есть что делает невозможным любую застройку последующую этой площадке. И тут мы перестраховались от того, что какой-то чиновник или начальник там, департамента архитектуры, или там мэр, или заместитель даст команду, чтобы выдали эти условия. Есть решение исполкома, которое запрещает выдавать условия и застраивать в принципе этот район дальше. Но с другой стороны, следующим пунктом мы присвоили этому дому адрес, для того, чтобы люди не страдали. Не страдали. Нагадаю, це на вулиці Фещенка-Чапівського і Старого бульвару. Да. Телефонний дзвінок. Прошу,
Добрый вечер. Я хочу вам задать вопрос. Давайте. Слухаем. Дайте медицины. Я получаю 1200 рублей. Я захожу больная, стара людина, 78 років. То вона дивиться, щоб я їм халат поклала копійку, як я сама не бачу. Зрозуміло, ми про це говорили. Дякую. Еще раз, можливо, наша телеглядачка не чула. Мы как раз говорили о том, что мы закладываем в бюджете деньги на следующий год для того, чтобы отменить эти добровольные внески в больницы. Ну и від сумління лікарів. Це тут не тільки, мабуть, про благодійні внески, а про інші такі, ну, будемо так говорити, подарунки. Понимаете, мне сложно обвинять в чем-то врачей. Младшая медсестра получает заработную плату в размере там 1300 гривен, и врачи там тоже не намного больше. И пока государство все-таки не обратит внимания, потому что у нас они получают заработную плату на уровне дворника. Дворник тоже, конечно, специальность, которая нужна, но люди учатся много-много лет для того, чтобы получить эту специальность, и потом получают заработную плату, за которую фактически прожить невозможно. Необходимо все-таки, чтобы государство когда-то взяло на себя ответственность и провело реформу медицины. Потому что Украина чуть ли не единственное государство, там, я не говорю уже про Европу, там, в мире, которое, для которой сфера медицины является убыточной. Вообще, это медицина во всем мире, это достаточно большие поступления денег в бюджет. Я прошу наших режиссеров передать группе выпуску, что наш эфир триватиме до 20-ї години, что они подготовили передачи, которые будут идти за этим. Ліфтові картки. Вы сказали, що вони будуть відмінені з 1 січня. Це реальність? Це абсолютна реальність. Рішення з полкомом прийнято. Тобто ліфтові карточки з 1 января відміняються. Те подъезды, те дома, которые все-таки хотят оставить у себя карточную систему, могут обратиться с заявлением, собрать подписи и оставить карточную систему. Вводится тариф на техническое обслуживание лифтов в квартплату, это 44 копейки, но этот тариф будет введен с 1 февраля 2016 года. Месяц с 1 января по 1 февраля. Те люди, которые купили карточки, будут возможны, ну, получат возможность использовать эти карточки, потому что мы понимаем, что снятие картоприемников будет проходить тоже в несколько этапов в течение месяца. Снять в один день картоприемники просто невозможно. Поэтому, а те люди, которые не купили карточки, в течение января будут фактически пользоваться лифтом бесплатно. Поэтому с 1 февраля вводится плата, и карточки отменяются с 1 января. Мы напередодні. А еще при этом первый этаж по решению Кабмина освобождается от платы за техническое обслуживание лифтов. Своим решением мы освобождаем второй этаж от платы за техническое обслуживание лифтов. Мы напередодні новорічно-різдвяних свят. Знаю, що ви разом з своїми друзями, колегами подарували от автобус, така інформація є, дітям, автобус дітям, які на інвалідних візках, щоб вони могли, мали змогу хоча б, ну, поїхати куди-небудь на своїх інвалідних візках. Це такий спеціальний автобус. І ви сказали, що допомога ось таким дітям, іншим просто недержавним школам, теж є одним з пріоритетів. Яким чином ви це бачите? У нас есть в городе три негосударственных школы. Это Сесвит, Сяйво и Уравнер. В общей сложности в этих школах учатся около 500 деток житомирян. Да, с Житомира 500 детей. Эти школы находятся в неравном положении с государственными школами. Почему? Хотя они выдают, учатся, дети учатся по той же программе. Они выдают дипломы государственного образца, но ни государственный бюджет, ни городской бюджет не компенсирует, не тратит ни копейки на обучение этих детей. Если там субвенция, государственная субвенция обеспечивает, хотя мы понимаем, что не в полном объеме, обеспечивает энергоносители, обеспечивает заработные платы учителям, за счет денег городского бюджета мы проводим ремонты школ, покупаем компьютерные классы, обеспечиваются учебниками дети, питанием, то в этих школах дети, нагрузка, вся финансовая нагрузка лежит исключительно на родителях. И в такое тяжелое время мы просто обязаны поддержать эти школы, и поэтому мы проработали такую программу, и эта программа была уже одобрена исполнительным комитетом Житомирского горсовета.
по финансовой поддержке этих школ. В среднем ребенок, который учится в государственной школе, получает, на него тратится из бюджета в год около 10 тысяч гривен. Мы заложили на эти школы 3 тысячи гривен на ребенка от помощи этим школам в год. То есть это фактически половина тех денег, которые тратят сейчас родители. На детей, которые учатся, вот вы упомянули этот автобус, эти школы на себя берут основную нагрузку по обучению детей по системе инклюзивного образования. Деток с ограниченными возможностями, та же школа в Сесвит, там около 20 детей учатся по этой программе. Наши государственные школы, ввиду там разных причин, еще пока не готовы принимать в большом объеме этих деток, а необходимо их социализировать, необходимо все-таки как можно больше их принимать на обучение в школах. И сейчас это нагрузка на этих негосударственных школах. На этих деток мы заложили финансирование в размере 10 тысяч гривен на одного ребенка. Фактически вот столько, сколько мы тратим на здорового ребенка в своих школах. Для этих школ это достаточно серьезная финансовая поддержка, прежде всего для родителей. Это позволит ему, ну, по крайней мере, родителям сэкономить минимум 250 гривен в месяц своего семейного бюджета. І на завершення, користуючись нагодою, що ви хотіли побажати житомирянам напередодні новорічно-різдвяних свят. Можливо, ви ще будете в цій студії, але тим не менше зараз. Ну, хотелось бы, конечно, пожелать оптимизма, но пока тяжело у нас с оптимизмом. Хотелось бы пожелать просто мира, и хотелось бы пожелать благополучия в семье, нормальных, добрых отношениях между родителями и детьми в семье, и надежды на то, что все-таки жизнь как-то поменяется к лучшему. Пока это такие скромные надежды, но все-таки я думаю, что в Житомирі у нас все-таки змінення к лучшому произойдуть в самое ближайше время. Дякую, Сергій Івановичу, що знайшли хоча б 30 хвилин свого щільного графіку. Вам, шановні телеглядачі, дякую за увагу. Нехай щастить. До побачення. До побачення.